Известный американский футболист принял ислам. 24-летний Джереми Овусу-Карамоа, выступающий в качестве полузащитника в клубе Cleveland Browns, произнес шахаду в столице Ганы. Ашхаду. Алла-Илаха. Илля-Аллаху. Илля-Аллаху. Ва-Ашхаду. Анна. Мухаммадан. Мухаммадан. Расулуллах. Овусу-Карамоа родился и вырос в Хэмптоне, штат Вирджиния. Он имеет ганское происхождение по линии своего отца Эндрю. У спортсмена много родственников мусульман в Гане, но сам он рос в христианских традициях. Каждое утро Джереми рано вставал, чтобы помолиться, посещал церковь. В его семье не принято ругаться, выпивать, курить или бродить по улицам. Со временем Джереми все чаще начал прилетать на родину, общаться с родными, ведь он очень трепетно относится к своим корням. Футболист использует национальную одежду в своем гардеробе, даже надевает ее перед игрой, чтобы продемонстрировать свое африканское происхождение. Общение с родственниками-мусульманами сподвигло его к тому, чтобы тоже быть в исламе. Джереми отправился в гости к имаму Усману Шарабуту, где и произнес шахаду. Шейх дал ему новое имя, такое же, как у него самого – Усман. Спортсмен со своей стороны выразил благодарность всем, кто облегчил ему путь к принятию ислама. «Этот момент – поворотный момент в моей жизни, и он бесценен для меня», – подчеркнул Усман Овусу-Карамоа.